Ребятки, всех приветствую. Значит, находимся мы в кафе с домашними животными. В данном случае это коты. То есть предыдущий ролик вы смотрели, где я был в Харькове, показывал вам Cats Cafe. Там немного другая обстановка, здесь же по-другому совсем. То есть здесь почасовая оплата, то есть ты приходишь, 70 гривен платишь, можешь кушать пирожное, кофе и проводить здесь время. Час времени стоит 70 гривен. Если два берешь, уже дешевле. Здесь очень много различных котов. Сейчас я вам такую сделаю мини-нарезочку под музыку, вы сможете ее оценить. Кому нравятся животные, обязательно поддержите лайк. И напишите коммент, какой же у вас кот или собака, и как зовут. Мне будет приятно почитать и интересно. Поехали. Ребятки, только в этом кафе вы сможете покормить кошечку. Какой сладко ешь. Проголодался. Сладенько ему хорошо, я смотрю, заходит.
такое видео, обязательно поддержите своим лайком. Подпишитесь на мой канал. Всем пока. До скорого.